Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Антон, вы находитесь на канале Крокодил Плей, и мы продолжаем играть в Биоинг Redemption. И, по-моему, должны продолжить за жизнь. Опять Валероныч зевает. Так, да, за жизнь, мединститут, ординатура нам осталось, вылечить от всех болезней. Джон Смит, он вам не Джон Смит, вот как, это Валерка. Валерка это, а не Джон Смит. О чем может быть речь-то идти вообще? Так, мы набрали 5 уровней, и это значит, что у нас теперь есть 5 очков. 5 очков, чтобы что-то, оп-оп, сделать. По стандарту мы берем выброс. Выброс мы взяли, что и можно взять за 3. Все болезни менее эффективны, болезни производят меньше симптомов, в результате сужается сужение потенциальных заболеваний. Это, кстати, отличная тема, мы сейчас за жизнь. И нам чем быстрее, тем мощнее. Поэтому берем это дело и постараемся вылечить яблоко. Так, нам нужно выявить и вылечить 8 болезней менее чем за 190 дней. Он нас курит, старый. Это я не знаю, что такое. Ну, короче, он нас курит и старый. И игра у нас глюкла. Глюкнула игра и ничего не идет, поэтому перезапускаем. Во, пошли дни. Все, мы вернулись. Пошли очки. Собираться, что-то мне как в уши так очень сильно долбит. И надо тебя еще немножко сдвинуть, ибо ты мне мешаешься. Вот примерно так. И дополнительно проверить ОБС, ВБС, все хорошо, мышку видно, все видно, звуки идут. Звуки идут. И тут тоже очки идут. А вот мне кажется, чуть-чуточку только убавить нужно. Вот примерно вот так вот, чтобы было не громко. Кстати, колесиком мышки можно перемещаться по системам. Это здорово. Хорошее наблюдение. Жаль, так поздно. Будет экономить время. Ну, я на это надеюсь. 8 очков. Кстати, что я сижу и ничего не делаю? Давай сразу лечить. Симптомов у тебя, ну, довольно много. Что смотреть надо? С головой у тебя непорядок. Очень мало у тебя, очень плохо у тебя с головой. Боли в желудке, головная боль, паранойя, перепады настроения и мышечная слабость. Значит, нам надо проверить это и это. Давай сначала энцефалограмму. Пусть будет энцефалограмма, а потом психологическую оценку. Потому что на нем всего 2 очка, а 2 очка мы быстро заработаем, я думаю. Да, вот уже и заработали 2 очка. Случайный выброс где-то пошел. Положительный, хронический. Так, это надо лечить же еще, да? Давай сначала на психологическую оценку проведем. А потом будем лечить. 6 потребуется на лечение. Где ты? А, вот ты где? В голове. В голове и в почках. Ой, как в почках хорошо все вылезло. Сразу давай лечить. Тогда нужно лечить сразу. 6. Да, прописать. Курс прописан, будет выздоравливать. На этот тест пока ведется. Ну, копим. 4 у нас очка. 4 очка, наверное, мало. Поэтому пока что подкопим чуть-чуть. 8 лучше. Значит, одну мы нашли, предписание выписали. Так, что еще может быть в голове? А, ну тут до сих пор идет тест. Пока идет тест, наверное, лучше-то всего ничего не делать. Ноги. Сколько? 11 ноги стоят. Так, ну давай сердце. Ну, по стандарту проверим давление. И ждем результатов. Ждем результатов и копим очки. Нам с нервами что-то надо делать. Как-то их надо восстанавливать. Не брызгай, Валерыч. Гипертония положительная, но у нас нет очков. Мы не полечим это, поэтому надо ждать. Собирать очки. И нервный срыв. Сколько гипертония стоит? 4,6. А срыв? 5,8. Ну, давай за 5. Двоечка у нас осталось. Что за улучшение? 4 плюс 40 энергии сбора. Я так и не знаю, что это. Но думаю, и не критично. Раз не знаю, значит и не надо. Мускулатура живая. У нас, в принципе, системы самые лучшие. Это органы дыхания и пищеварения, да? В пищеварение выброс пошел. Где-то еще пошел выброс. Много-много выброса. Очки нужны. Очки нужно собирать. Ой, хорошо собрали очки. Ой, как красиво собрали. Хорошо собрали. Что, еще идет? Ну, давай тогда еще соберем. Лучше сразу собрать намного.
Как мне кажется. Все, 32 чеча. Давай гипертонию лечить. То или это, 80-100. Ну давай 6. Залечить так залечить. Тошнота и рвота не определились. Наверное, это вот здесь. А метаболическую болезнь проверим. Что еще надо? Там у нас вроде все хорошо. Мышцы умирают. Мышцы умирают. Мышцы умирают. Ногу. Давай ногу. Ногу. 11. Хирургическое исследование. Некротический фасциит. Господи, слова нехорошие. Нервы. Мы можем нервы залечить? Образ жизни на нервы очень влияет. Кровообращение, дыхание, мускулатура, пищеварение, кровообращение, пищеварение, иммунитет и нервы. Массажик. И еще нервы за 6 тоже разовьем, чтобы у нас не подохла система. Пусть будет. А, некротический фасциит. Неверно. Что мы там еще можем проверить? Нога не прошла, значит, скорее всего, это вот это. 12. А ты сколько стоишь? 8. Значит, копим 12. Многовато. Холестерин. Давай лечить холестерин. Сразу будем лечить, что есть. Строгая диета на 31 день. Ну давай, у нас все равно ни на что больше не хватает. Что-то залечили. 120 дней прошло, осталось 119. 120 это осталось, а не прошло. Это нехорошо, Валер. Полгода тебе осталось жить, если я не успею. Если врачи не успеют разобраться, то ты скоро помрешь. Промазал колесиком. Колесико не очень удобное. Лучше по старинке мышкой. 12. 12 я знаю, что залечить за 12. Нам... Нет, я не знаю, что нам залечить за 12. Руку? Руку. Кукуруку за 12. Давай лечить. Ну, в смысле, диагностировать. Лечить еще рано. А нервишки все еще падают. Падают нервишки-то, падают. Нехорошо. Ой, нехорошо. Десятка. Десятка. А где у нас нервы? Это мышцы. Это сердце. Так что? Надо, конечно, было это, блин. ПЭТ-сканирование. ПЭТ-сканирование лучше сделаем. За девятку. Потому что оно диагностирует еще дополнительно вот Паркинсона. Паркинсон теоретически тоже может быть. Поэтому более актуально, в общем-то. Более актуально. Теперь нам нужны очки. Нам нужно много очков. Мышечной дистрофии нет, но есть слабоумие и Паркинсон. Восьмерка и 14. Боже мой, восьмерку. Восьмерку нужно накопить. А нервы-то все падают и падают. Не восстанавливаются совершенно. Надо на нервы что-то еще сделать. Чтобы восстановление пошло. Выброс в почках. Ой, какой хороший выброс в почках. Это прям не выброс, это прям вброс. Паркинсона давай сразу же лечить за 14. А здесь 8. Ну, восьмерку сейчас наберем быстро. Ай, промазал, как нехорошо вышло. Уже набрали восьмерку. Да, там белую пропустил. Нет, не пропустил. Смотри, успели собрать белую. Давай лечить. Лечить слабоумие. Слабоумие за 8. Так, остались у нас сыпь на коже и тошнота. Тошнота может быть хоть где, сыпь на коже, в принципе, тоже почти хоть где. Ну, нога везде. Везде нога. Давай по новой ногу проверять. 11. Не хватает одного. Одного балла. Валер, 2 месяца с небольшим. Валер. Он вам не Валерка, блин. Надо было оставить Джоном Смитом. Есть 11. Давай ногу. Диагностируй ногу по новой. Хотя последний тест был очень давно, но он был. Но он был давно. Давай, короче, еще раз запустим. Нет, так нет. Но тут восьмерку стоит. Потом пойдем в другие системы.
У Валерки улучшилось качество сна. Распорядок сна имеет множество различных методов, таких как регулярное бодрствование и сна, которые необходимы для нормального качественного ночного сна и полного дневного бодрствования. Очень понятно написали. Ждем, ждем, ждем. Давай, Валер, давай. Давай, нам нужны баллы. Нам нужны очки. Нам нужно много очков. Потому что осталось тебе очень мало дней, а очков осталось много. Валер. Да, с ногой все-таки прогадал. Прогадал с ногой. Все у него нормально с ногой. Где ты можешь таиться? Тошнота. Ну, тошнота это, по идее, желудок, но в желудке там ничего нет. Сыпь на кожу. И они, короче, все везде разные. Давай посмотрим это. 12. Сыпь где может быть? Сыпь. Иммунитет. 4 и 12. Ну давай тест ультрафиолетом проведем. Он дешевенький. А вдруг выявит. Вдруг что-нибудь да выявит. Времени осталось очень мало. Очень мало осталось времени. Да, фотосенсибилизация, отлично проведен тест. Сколько ты стоишь лечение у тебя? Да, я видел, да. Сколько ты стоишь? 6, отлично. У меня как раз 6. Хорошо, осталось... А что у нас осталось? Тошнота только? Тошнота опять может быть везде. Кажется, что с почками. Нет, с почками там еще и проверено неверно. Где ты еще можешь быть? Где ты еще можешь быть? Желудок? 8 и 5. Вот либо сальмонелла, либо панкреатит. Наверное, сальмонелла у него. Давай, 5 очков, 42 дня. Мы типа успеваем, должны успеть. Требуется больше ресурсов на ближайшие дни. Выброс. Скелете хорошо прибавило, и хорошо прибавило в скелете, поперло в скелете. Мускулатура не успел, мускулатуру. Вторую зато успел. Так, что мы хотели? Нам желудок нужен, тошнота, курица. 8, давай, 8. Тут 5 и 8 не хватает пока ничего. Пока нужно накопить, потому что нам надо будет залечить его. Времени остается все меньше. Черт, неужели не успеем? Неужели не успеем? Давай, проверяй инфекционное заболевание кожи. Давай, давай, проверяй скорее. Скорее проверяй. Сколько ты будешь стоить? На лечение мне интересно, если вдруг сейчас не удастся. И по дням. Желательно там по дням, чтобы было очень все мало. Напряженно, напряженно, очень напряженно. Очень напряженно. Ё-моё, отрицательно. Где может быть таиться... Где может таиться тошнота? Это что? Сердечный приступ. Да не было у тебя сердечного приступа, все ты врешь. Все ты врешь. Ну, давай тестировать. Пятнадцать дней осталось. Короче, видимо, нет. Видимо, нет. И руку с мышки убирать не надо. Не надо убирать руку с мышки. Метаболическая болезнь, панель. Давай, давай, давай. Выяви его, выяви. 8 дней. О-о-о, тоже нет. А где могла таиться тошнота? Неужели вот где-то здесь? Неужели где-то здесь? Но мы уже в любом случае не успеваем, и сейчас будем по новой пробовать. Вот Валерка, Валерон, подставщик, вообще подставщик Валерка. Не хочет лечиться, не хочет выздоравливать, хочет болеть и умирать. Ну ничего, скоро тебя ждет смерть. Опять не то, а где? Значит, тошнота у нас еще вот как вариант. Аневризма головного мозга. Собственно, все. Но дни у нас закончились. Вот Валерон, давай еще раз. Давай еще раз. Давай проверять. В смысле без усилителей? Ты чё? Я так не хочу. Ну-ка в главное меню давай. Без усилителей вообще отстой. С усилителями-то не справились. А без них... Вообще жесть. Продолжить компанию... А, вернуться в жизнь надо было, да? Или продолжить? Нет, все нормально, продолжить. Так, Джон Смит. Ну, Валерка же, ну, не Джон Смит. Все нормально с тобой. Значит, тогда надо каким-то другим путем идти.
нажав на симптом или симптомы, будет выведено меньше болезней. Давай вот это вот возьмем. И стандарт выброс. Меньше болезней. Возможно, даст нам помощь. Это все. Ой, как много. Ой, как много. Ну ничего, все вылечим. Все вылечим. Валетка курит и, видимо, ожирением страдает. Судя по всему. Давай, за четверку мы получили. Чем мы можем за четверку получить? Так, что по системам? 66. 66. Значит, надо сердце в первую очередь лечить. Нижняя полоска, другая полоска, туда, сюда, нога, опять нога. Значит, теоретически вот это вот можно изучить. Это вот тоже. Нам в любом случае не хватает очков, надо минимум одно очко. Одно очко надо. У Валерки. У Валерки надо очко. У Валерки нет очка. А где они? Во. Посыпались. Молодцы какие. Еще какие хорошие. Давай. Значит, нам надо УЗИ грудной клетки делать. А гипертония? Нет там ничего на гипертонию? Да, по-моему? Тромбоз 3-4. Че ты лечишь? А ты что? А вы все по одной, по-разному проверяете? Блин, ну давай. Давай запустим. Давай запускать. Нам надо как максимум, как можно более максимально все запустить, а потом вылечивать. Тяжело. Так, хорошо. Открыли мы что-то там много всего. И еще что-то там открыли. Теперь нужны очки, чтобы все это лечить. Чтобы все это лечить, нужны очки. Без очков вообще не вариант. Восьмерка у нас есть. Да, видел. Это тоже видел. Все видел. Сколько ты стоишь лечения? 4, допустим. У тебя сколько? 5, 4, 5. У тебя 7, у тебя 11. Ну, давай начнем со строгой диеты. Теперь нужно опять очко. Да не хочу столько энергии сбора. Нет. Не брызгай головой, Валер. Зачем ты брызжешь мозгами? Где? Вот. 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 Вот молодечек. Молодечек, Валерка. 5-7. Давай за 7 сразу же. Пять это мало. 5 мы быстро накопим. А там еще 11 есть. Надо сначала за 11, наверное. Чтобы быстрее. Начать со сложных. Хотя нет, давай просто будем. Просто быстрее. Что есть, то и лечим. Как можно быстрее. Остальное наплевать. У нас осталось меньше уже заболеваний. Точнее, признаков заболеваний. Половинку уже прошли. Что-то ему излечили. 3 предписания выписаны из 8. Вылечили не 3 еще, но вылечим. Так, вот и за 11 сейчас вылечим. Окей, хорошо. Давай. Терапию прописали. Что у тебя осталось? Осталось у тебя 5. Тоже еще в сердце может быть. По идее, вот это надо проверить будет. Усталость, тревога. В голову тебе нужно залезть. И все это опять разными тестами. Блин. 140 дней, Валер. Ты выдержишь? Это много. Это ничего не объясняет, но это много. Так, что-то вылечилось. Хорошо. Девятка у нас осталась. Девятка. Сердечко у нас все еще умирает. Ну давай венки проверим мы тебе еще электрокардиограммой. И все. Головокружение. Мне кажется, голову нужно лечить. Тут четверка, тут пятерка. Восьмерка. И все разные. Все разные. Абсолютно разные. Но боль груди. Боль груди. Там может быть там боль груди. Легкие. И в легких все разное. Ну вот это вот разве что шестерка, хорошо. Респираторный мониторинг. Потенциальный симптом боль груди, тревога. Нарушение дыхания. Давай его и будем лечить. Нарушение дыхания сейчас.
Скорее всего, это оно. Ну, как бы такой самый-самый близкий вариант. Стенокардия отрицательно, понятно. Шестерку стоило, да? Да, шестерку, поехали. Давай копим дальше. Заболевание у нас тем временем лечится. Отрицательно, блин. Зря слили очки. Не там, нифига не там. Не, Валер, во второй раз ты сейчас сдохнешь, я не знаю, что с тобой делать тогда. Ты вообще плохой человек. Так, насыпал очень много, хорошо. Это хорошо, что насыпало много. Давай смотреть. Боль в груди, сердце, легкие, голова. Сыпь на коже, к тем не относится усталость. Сердце, легкие, голова. Тревога, голова. И головокружение, сердце. Значит, давай в сердце. Гипертонию проверим. Давление. И надо за голову браться. Жаль, что в голове вот все разное. Всю бы эту вот линейку чем-то просканировать, да, но такого нет. Давай это и это. А, это стоит, нет? Сюда очки впихивать. Ну, давай психиатрическую еще оценку. В общем, сюда просто все полностью вбухаем. Вдруг это все так и есть, вдруг это правда, и это все объяснит и поможет. Ой, на голове белая спряталась, даже не видно. Ждем результатов теста. Так, гипертония отрицательно, положительный хронический стресс, что еще? Еще два теста идут, дождемся, пока очки поэкономим. Не будем скидывать, тем более тут чуть-чуть, пара дней буквально. 90 дней осталось у Валерона. Или у нас. Нервный срыв и перегорел, все отрицательно. Значит, одну мы нашли, там все отрицательно. Чем тебе нужно за 10 дней? Чем быстрее сейчас, тем лучше. Так, блин, еще много осталось-то всего. А чем тебя можно полечить? Чего у тебя может быть? Из-за чего ты можешь стрессовать? Сердечко. Даритмия, 8. Боль в груди, усталость, головокружение. Сыпь на коже. Ну, сыпь на коже — это фотосенсибилизация, четверка нужна. Давай лечить ее. 5 из 8 тем временем, надо еще 3. Стресс залечится, надо еще 3 и 90 дней. При этом еще и залечить надо. Не только обнаружить, но и залечить. Так, давай сенсибилизацию. Как бы думаю, что это она. Усталость. Откуда может идти усталость? Венки мы не проверяли, да? Давай проверим. Что-то там выполнилось. А, тест нагрузки сердца проводится. А, стенокардия отрицательно. Что еще? Фотосенсибилизацию обнаружили, это очень хорошо. Это снимет нам еще один симптом, но останется 3. Тем временем 77 дней, и у нас нет био-очков. Валерыч, не спи. Давай. Валер, очки дай, пожалуйста. Этого мало. Ты понимаешь, что этого мало? Этого не хватит для того, чтобы тебя залечить. На это нужно 6. У нас 5. Валер. Давай! Быстрее! Даже электроэнергия не выдерживает, Валер. Все трещит по швам. Что, выброс пошел? Так, двоечку получили, хорошо. Кровообращение что-то пошло. Выброс — это здорово, только вот нам еще надо многое понять. Нам еще надо многое понять. И я не могу понять, где это все прячется. Осталось у нас усталость и боль в груди.
Усталость может идти вообще хоть откуда. Боль в груди, ну типа логичнее, что это легкие. Пневмоторакс или нарушение дыхания. И все опять же разными тестами решается. Ну давай. Есть, пока есть очки. Давай все. Все проверять сразу. Надеюсь, что мы успеем набрать очки для лечения. А, нарушение дыхания нет. Пневмоторакс. Давай ты болеешь пневмотораксом. Давай. Не болеет. Где эта гребаная усталость находится? 40 дней. Мы не успеваем опять, что ли, или что? Боль в груди. Где, блядь, может быть боль в груди? И усталость. Усталость у тебя вообще хоть от чего может быть? Боль в груди. Легочная эмболия может быть. Тридцать семь дней. Тридцать дней, Валера. Так, хорошо, легочную эмболию нашли. Эмболию. 11 дней, 5 дней, 5 дней. Давай за 11 на 5 дней. И осталась у нас гребаная усталость. И как бы... Как бы где ты можешь находиться, эта усталость? В мозгу, так мы тебе все тестировали. Нет, мозг мы тебе полностью тестировали. Иммунитет, может быть? Волчанка. Бессонница, может быть? Нет, Валер? Серьезно. Почему, собственно, нет? От бессонницы у тебя и усталость, все понятно. А не спишь ты, потому что все болеет. Все болеет и болит. Конечно, бессонница, господи. Снотворное за 7 дней. Да, прописать. Все, давай, залечивайся, и мы прошли. Валер какой, не дается. Не дается лечиться. Хочет болеть. Болеть, Валера, не круто. Не круто болеть. Запомни это на всю жизнь. Все? Ну, а, красавчики, вот смотри, с вашей подсказки сразу нашел, где искать усталость. Так бы хрен бы нашел, серия бы продлилась часа полтора, плюс-минус сутки. Что ж, мы прошли за жизнь все. Прошли за смерть все. Открыли за жизнь клинику. За смерть мы там что-то морг, по-моему, открыли, да? Или что-то такое. Клиника, морг, кладбище называется, кладбище. Значит, в следующий раз мы начнем с кладбища. Тут у нас 10. Проходим на 2, открываем вот эту. Что там, часамба? У нас будет 12, нам будет не хватать на скотобойне. Ну ладно, как-нибудь да разблокируем. Что ж, на этом выпуск заканчивается. Всех вам благ, ребяточки, ставьте пальцы, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, включайте оповещения и до новых встреч. Пока-пока.